Ты мой сладенький. Шоколад худший в сырке. Нет, это максимально сладко. Невкусно, да? У тебя реально плохо. Потери. Всем привет, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы для вас решили подготовить такой классный челлендж, который называется «Лучшая часть еды против худшей». Мы сегодня поборемся за вкусную часть еды, конечно же, но кому-то будет доставаться худшее. Я не буду вам ничего объяснять, так что давайте просто начнем, и вы сразу же все поймете. Ну а перед началом, конечно же, что? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте соберем 700 тысяч лайков. И тогда 700 всех будет... тысяч, ребята, 700 тысяч. Да это невозможно. Ну вы там постарайтесь. Ну а мы начинаем, поехали. Ну что ж, у нас первый раунд, и давайте сначала узнаем, что же нас здесь ждет. Та-дам! И это сочное, спелое, зеленое яблоко, между прочим. И кому-то достанется его лучшая сторона, это внутренность, а кому-то худшая, это... А худшее, это вот что, это... семечки тоже идет? Я думаю, что это вот эта вот палочка. И обязательно кожурка, красиво срезанная, вот этим вот замечательным приспособлением. Окей. Ну а теперь я чудеснейшим образом кое-что сейчас вам покажу. У меня есть красный стаканчик, и мы сейчас складываем наши бумажки. Закидываем. Давай на свои факты будете тянуть. Суефа. Я тяну. На, тряси. Ах, ты прямо хорошо там перемешай. Не просто потряси, вот, а вот прям вот, вот так вот, вот так вот все. Я бы даже достала из стаканчика и вот так вот сделала. Потому что я не хочу кожурку от яблока есть. Так, я перемешал все. Я хочу лучше. Теперь у меня в двух руках. Есть бумажка. Я хочу стаканчика вытягивать. Там просто из стаканчика они слишком... Ну давай вот так вот положу. Вот это забираю. Пощупала такая. Ничего не щупала. Я даже глаза сейчас не открываю. Да, конечно. Я уже сразу понял. У меня худшее. О-о-о! У меня лучшее. Боже мой, спасибо на первом раунде. Ну что, сам почистишь или тебе почистить? Я сам почищу. Только смотри, ты... тоненько чисти, чтобы мне побольше досталось моей лучшей стороны. А это, конечно, твое. Что-то я смотрю, ты толсто кожурку срезаешь. Я люблю яблоки. А ты? А я нет. Ну вот тебе и досталась худшая сторона. Later. Я думаю, все. Да он здесь яблоко-то порченное. Вот оно, все. Гнилое. Ты свою тряпку, это дерево, бревно свое забери. О, достал. Приятного аппетита. Приятного. Лучшая сторона оказалась очень сочной. У меня яблока мало, у тебя его много. Ты сейчас нажрешься его. Только смотри, я уже почти все съела, а ты как-то плохо справляешься. Кожурка вкусная, сочная, насыщенная, вкусными витаминами и минералами. У тебя яблоко невкусное. Тухлое, переспелое. Убеждай себя. Рыхлое. И что, у меня тоже штучка тоже есть, надо? Попробуй. Она горькая. Я думаю, это была плохая идея. Думаешь? Я скажу, что я переживал. Да ладно, выплевывай. Ой, надеюсь, это вкусно, и в следующий раз попадется, а? В новом раунде будет вкуснятина. Мне было очень вкусно, я очень рада, что мне досталась лучшая часть у яблока. Но мы с вами переходим к следующему раунду и узнаем, что же нам там подготовили. Второй раунд. Смотрим. Ай! Давай. Укропчик. Люблю укроп. Так, я понимаю, лучшая сторона это, конечно же, зеленушка, ну а худшая это вот эти замечательные стебли. Некоторые любят их добавлять в салат. Да. Давай. У меня лучшая часть. Сейчас я выберу тебе. Я ждала, когда ты откроешь и видишь, что там лучшее, а я не хотела видеть слово худшее. Блин, капец, вот почему именно с укропом? Я не люблю стебли укропа. Да-да-да. Так, раз, часть твоя укропа. Свежий, вкуснейший укроп. Сейчас будет. Начинаем. Бревна ешь. Ты замечал вот эти бревна, они какие-то соленые, кислые, острые. Укроп сам очень вкусный. Чем дольше жуешь, тем они... Это много было укропа. Мерзкие по вкусу. А они становятся все мерзлявее,
Мерзляви. Мерзляви, это значит замерзший. Ну как сказать, все хуже. Да невкусное, все. Тебе еще много там есть. Я стараюсь. Они жуются плохо. Все, я съел все, вкусно было, капец вообще. Если бы я могла, я бы отказалась хотя бы от части этих стручков, потому что это, блин, какой-то капец. Все съела? Тебе понравилось? Это было вкусно? Очень. Это лучшая еда в моей жизни. Ну что, продолжаем? Смотрим? Давай. 1, 2, 3. Прямо сейчас можете написать в комментариях, как вы думаете, какое блюдо нас здесь ожидает. Я уже по запаху чувствую, что это что-то очень вкусное. Пицца! Вкусно пахнет. Да, такой кусочек маленький. А что тут невкусное? Конечно же, корочка. А, тут корочка столько вот. Что-то она вообще... Вот, смотрите, какая маленькая. Я надеюсь, что мне достанется на самом деле, конечно же, вкусная часть. Ну, а я корочку хочу. Серьезно? А что скидываться? А то просто. Заново? Ну да, раз, два, три. Я стаканчик открываю, ты берешь. Первую попавшуюся, да? Ах, блин. Смотрим. Лучшее! Худшее. Блин, расстройство одно. Ну давай, ладно. Смотрите, у меня вот такая вот часть пиццы, это корка. Она реально прям как сухарик. Слушайте. О, какая отвратительная. Вкусно тебе? Не. Как это понимать? Она очень сухая. Пицца не вкусная. Будешь пробовать? Я бы хотела. Нельзя. Ничего страшного. В следующий раз поешь. Я все. Это было невкусно. Это было очень сухо. Я тоже все. Я расстроена. Пицца вкусная. Такая сочная. С приправками. Там даже было бекон. Прикинь. Грибы. Колбаска. Я почувствовала только соус от пиццы, потому что он попал на корочку. Вкусный был? Да, томатный. Очень вкусный. Так, ну пока что все идет в мою пользу. Я ем, ты нет. Можно сказать, в мою пользу тоже. Это хорошо, и мы переходим в следующий раунд. Ты готов? Я да. А вы готовы? Открывай, давай смотреть что-то. 3, 2, 1. Изюминка, сдоба. Это булочка с изюмом. Так, давайте разберемся. Лучшая сторона, это, конечно же, изюм, да? Мне кажется, нет. Да изюм по-любому. Но для меня изюм. Нет. Худшая сторона данного продукта, это упаковка. Нет. Так что худше съедают упаковку. Упаковка не считается. Ладно. Нельзя съесть. Но лучше это изюм, да ведь? Но все же выковыривают изюм из булочек. Значит, лучше это все-таки изюм, а худше это сама булочка. Ну так что? Что? Лучше это изюм? Худшее? Да, я думаю, худшее это булка сама, а лучше это изюм. Будет интересно посмотреть на то, как мы будем изюм из нее выковыривать. Я буду кусать. И выплевывать тебе изюм, хорошо? Вот так мне в рот? Да нет, тарелку лучше, как собаки-то будете. Начнем. Давай, я первый. Я сразу же, без замедления. Вот так вот, раз, два, вот так вот. Все, вот. Правильно, упаковка. Лучшая! Мне достается худшая. Изюм! Как я и говорил, я кусаю! Нет! Лучшее выплевываю. Давай все раздербаним, посмотрим, сколько в ней изюма. Блин, она такая... Невкусная? Мне кажется, мне изюм попался. Поэтому нужно все отсматривать. Тщательно, Денис, тщательно. Вот мой изюм. Да так бы не надо делать. Да по-любому так и надо, а как по-другому-то? Слушайте, ну у меня достаточно изюма здесь. Я прям в шоке. Смотрите, сколько много его собралось. Офигеть, реально. Очень много изюма на такую маленькую булочку. Ну что, за ваше здоровье? Вкусный изюм. Очень. Он такой сладкий. Ну а мне остается доедать только булочку. Смотреть, как Маша ест изюм. Маша уже съела свой изюм. Знаете, на что похоже? Похоже на кулич пасхальный. Очень вкусно. Булочка, в принципе, такая же воздушная, как пасхальный кулич. Кстати говоря, изюм это очень полезно. Так что я получила свою долю витаминов. А ты получаешь свою долю калорий. Но
Ну а мы продолжаем. Открываем. Вау, это Орео с двойной начинкой, между прочим. Ну тут все понятно. Лучше это печенька. Ладно. Лучше это начинка. Нет, вот Орео это лучшее и то, и то. Ну, нам нужно что-то выбрать. Лучше это лучше начинка. А лучше это печенька. Да. Стакан слишком маленький для бумажки. Нужно что-то более глобальное. Хоть бы мне досталась начинка. Я хочу начинку. Худшая. Черт. Ура. Ты честно расстроен? Честно, да. Я бы начинку поел. Тут еще двойная порция. Открываем. Давай, я проведу операцию. Достаем. По-моему, один помялся, нет? О, какие хорошенькие. Двойная начинка. Они реально такие толстенькие. Так. Немножко они. Это твое. Подмокли. Это мое. Так, ладно. Ну что, погнали? Это когда Орео без начинки. 3, 2, 1. Я никогда ее так не ела. Обманываю. Это очень сладко. Это максимально сладко. Невкусно, да? Вкусно, но хочется запить чем-нибудь. Она жирная, что ли? Она очень жирная. Рот сводит от такого количества сахара. А печенька вкусная. Я справилась с этим заданием, я съела лучшую сторону Орео. Но теперь у меня вопрос в голове, лучше ли она. Потому что это было пипец как сладко. И с печенькой это намного вкуснее, конечно, чем по отдельности. Но печеньку можно съесть. Спокойно. А начинку не очень. Ну, с натягом. Лучшее должно быть, это когда тебе к Орео дают молоко. Лучшее. Да, хочется запить. Надеюсь, в следующем раунде будет вода. О, да. И что у воды будет лучшая и худшая сторона? Лучшая слева, худшая справа. Она будет газированная. Лучшая это будет вода, а худшая это газы. Господи. И мы переходим к следующему раунду. И у нас новый раунд. И открываю я. Давай. Все. Да. Ты готов? Да. Я максимально серьезно. Ага. Вау, это просто бананчик. Банана? Блин, я представляю, худшее. Это, короче, это черная штучка. Какая черная? Это кожура худшая. Ну и черная штучка. То есть ты хочешь сказать тот, кто вытянет бумажку со словом лучше будет съесть эту черную штучку сверху? Ну, все там ест, все, что лучше. А все, что худшее, ему не нравится, отдает тому, сопернику. У кого худшее. Да. Надеюсь, мне достанется внутренность банана, и мне достанется просто мякиш банана. Ну давай, давай уже, все. Я, кстати, помню, я уже ела кожуру от банана, это было на каком-то челлендже. Вот сюда, сюда. Так что вот точно должно сработать просто... Все, давай закрой глаза. Что-то там. Лучшая часть, лучшая часть, лучшая часть, лучшая часть, пожалуйста, банана. Две бумажки. Раз, два. Какую? Лево, право. Окей. Пожалуйста. Спасибо. Худшая часть. Лучшая. Нет, так. Конечно, насчет кожуры я пошутил. Ага. Есть не надо. Специально вот так учистим, чтобы было видно вот эту черненькую часть. Да ладно, это нормально. Ешь, нормально. А что черненькая? Почему она? Что такое с ней? Что я никогда не обращал на внимание. Я всегда ее, мне почти похлеб. Ох, какой банан сочный и спелый. И самое главное, очень большой. Это твое, это явно худшее. Вот это, я думаю, тоже. Вот эти замечательные веревочки. Он такой сладкий, знаете, прям сахарный. Как тебе кожура? Это выглядит максимально неэстетично. Даже как будто немного мерзко. У, Денис! Это было ужасно. Давайте все вместе поддержим Дениса. Будем кричать «Денис! Денис! Денис! Денис!» Все. А, банан был вообще крайне отвратительный, вернее его кожура горькая.
Это действительно худшая часть. Это вообще отвратительная часть, я бы сказал. Самая худшая из худших. Хотел бы еще повторить. Нет, это вообще мерзкое. Честно говоря, я думал, кожура от банана будет вкусная. А за 100 долларов бы повторил? Ну, съел бы, конечно. Вы бы съели за 100 долларов кожуру? Пишите в комментариях. Но у нас новый раунд. Да, интересно, конечно. Давай. Закрывай. Ну, давай. Вот, две бумажки. Вот, они лежат, короче. И я выбираю лучшую! А у меня худшая. Блин, мы даже не посмотрели, что там. Да, давай смотри. Бекон, грудинка, просто грудинка копченая, вареная. Я сейчас понимаю, что мне, скорее всего, достанется жир, да? Ну да, жир со всей пачки. Да, конечно, я один пласточек только съем. Блин, я так не люблю вот это все. В смысле жир, мясо бы я поела. Это твое. Пожалуйста. Это прям свинина. Свинина, это да. Это свинина? Ага. Чтобы вы понимали, я это всегда снимаю и отдаю Денису или собаке. Тебе вторая. Пошла. Да ладно! Да. Да мне это тоже есть придется. Ничего страшного, знаете ли. Пожалуйста. Вкусно. Да? Ты тут мясо оставил. Ну не делай лицо такое, что типа невкусно. Ну там оно просто осталось. Давай. А то я съем твою лучшую сторону. Блин, еще один кусок. Я надеюсь, ты становишься? Да. Спасибо тебе. На этом мы останавливаемся. Я думаю, что это мясо. О, фу, мне кажется, мне сейчас реально... Потому что я не люблю такое жирное. Фу. Надеюсь, на следующем раунде мне повезет чуть больше. Навряд ли. Переходим. Ох, нажрались, конечно, мы нажрались, но еще пока не все закончилось. О, слиток золотой, десерт. Десертный. Это мороженое? Сыр творожный. Это творожный сырок. Так, давай разберемся. Худшее это творог, конечно же, а лучше это шоколад. Лучшее это сырок, сам шоколад. Шоколад это худшее. Шоколад это худшее? Для меня, да, я лучше вот. Шоколад. Типа творог лучше съешь. Да. А куда ты его уже открываешь? Просто посмотреть. То есть, если тебе достается худшее, то ты ешь шоколад. Да. Блин, ну я не считаю, что лучшее для меня это творог. Я бы лучше шоколад съела. Блин. Посмотри, сколько здесь шоколада. Посмотри, какой он шоколад здесь. Ну, то есть шоколад это лучшее. Это худшее. Это лучшее. Шоколад худшее в сырке. Нет, это лучшее. Но вкусный. Каждый, значит, съест свое. Как понимать? Давай, вытягивайте смотреть. Как понимать? Да я не знаю. Если для меня выбирается худшее, я ем сырок, понимаешь? Если лучше. Давай, перемешай мне, я вытяну. Давай, вот сейчас так вот выбираю. Какая левая, правая рука? Вот в этой. Даже в этой? Ну давай. Хоть бы мне досталось, тоже не знаю, какая худшая. Лучшая. Лучшая для тебя что? Сырок сам. Да ем, ну нормально, да, я шоколад поем. Я не хочу шоколад, я снимаю шоколад. Снимай шоколад, отдельно. Снимай. У меня худшее это будет шоколад, но я рада. А давай возьмем что-нибудь, какой-нибудь прибор строительный. А давай. Нормально, сделай вот что. Операция глазированный сырок. Ассистентка, вот, пожалуйста, уберите с лба. У тебя реально плохо. Потея. Все, забирай своего пациента. Все. А я буду забирать его кожу. Ой. Она такое невкусное. Да эти груди худшая часть. Где ты видела, что шоколад в сырке был вкусный? Ну, иногда бывает. Это было очень сладко. Худшая сторона действительно оказалась худшей. Но поскольку у нас здесь вызов, я его приняла и выполнила. Так что знаете, худшая сторона в сырке – это шоколад. Запомните. Вернее, не шоколад, а его... Оболочка. Глазированность.
можем вас поздравить. И нас тоже. У нас финальный раунд. Давай просто кинемся. Суефа! Еее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 ee Слева, справа, бумажка. Еды. Где слева, справа? Вот эту захочу. Вот это, да? Которая ближе к тебе. Вот это, да. Ага, все, давай. Худшая. А, лучшая. Не знаю, радоваться или огорчаться. Лучшая в этой булочке, вернее, круассане, это начинка. А худшая это сама булка. То есть мы сейчас будем проводить операцию. А чем мы будем проводить операцию? Я буду выедать. Я не хочу так. Я же не выедала изюм. Ладно, я просто руками достану. Покажи, сколько там начинки. Вот столько. Очень там много? Вообще хорошо, прям смотри. Да даже здесь еще начинку оставь. Да давай неси ложку. 2 hours later. Проводим операцию. По выживлению начинки из круассана. И я вот это могу есть уже. Да. Пробуем. Что же такое худшее меня здесь ждет? Офигенно вкусный круассан. Он даже не очень сухой такой. Приятный, я бы сказала. Капец, тут начинки, я вообще в шоке. Пожалуйста. Ваш похудевший круассан. Прооперированный. Ты мой шладенький. Уже не шладенький. Вкусный, да? Очень вкусно. А с начинкой это было бы лучше. Было, конечно, вкусно, но мало. Хотелось бы больше. Больше? Чтобы было просто, да, конечно. Куда больше-то? Очень вкусный круассан. Куда больше-то еще? Ну, еще один можно. Нет, было. Нельзя, все. Реально было очень классно. Ну что ж, это видео подошло к концу, как бы печально это не было. Скорее пишите в комментариях, какая сторона вас впечатляет больше, в какой еде худшая или лучшая. И давайте соберем под этим видео 40 000 лайков. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. И всем пока!